С вами Настя, и вы на канале Toscana Bags. Я, конечно, сегодня просто с потрясающими новостями, ведь у нас стартовала летняя распродажа. Все мы с вами сегодня и в ближайшие дни будем смотреть, устроим буквально экскурсию по нашей распродаже для тех, кто не может добраться до шоурума в Санкт-Петербурге. Ну а если вы живете в Санкт-Петербурге, то обязательно приезжайте. Я напоминаю, что наш шоурум находится на станции метро Гражданский проспект и работает по предварительной записи. Здесь все самые сочные позиции с распродажи, вы можете примерить все, посмотреть, выбрать себе самый настоящий эксклюзив и уехать домой с обновкой. Это очень здорово. Записывайтесь на посещение в наш шоурум на сайте или у менеджера. Будем вас ждать. Ну а мы начинаем нашу онлайн-распродажу. Сегодня посмотрим на сумки со скидкой 15%. В следующих роликах скидка будет еще выше, а также будут ремни, монетницы и многое другое. В общем, не переключайтесь. Итак, у меня сегодня достаточно много летних и ярких моделей, и начать я хочу как раз с такой. У меня она в мятном цвете, есть еще яркая фуксия, и обе эти сумки в этих цветах на распродаже. Выполнена эта модель из зернистой кожи. Итак, у этой сумки сразу несколько отделений. Первое из них закрывается на клапан и внутри выглядит вот так. Второе, примерно такое же по объему, закрывается на молнию, оно посередине, выглядит вот так, и в нем есть дополнительный карман, он на молнии. И третье отделение чуть меньше, оно также на молнии, и в нем никаких карманов нет. И также обратите внимание, что задняя поверхность сумки абсолютно гладкая. Здесь тоже нет никаких карманов. В общем, это универсальная модель. Носим и с платьем, и с простыми джинсовыми шортами, с белой футболкой. Будет смотреться отлично. Я думаю, что любой летний комплект она украсит и разнообразит. В комплекте у нее единый ремень, он снимается и регулируется по длине, поэтому сумку носим разными способами. Например, я сейчас надела кроссбоди, но можно отрегулировать длину, надеть сумку на плечо в коротком или более длинном вариантах. Итак, мы двигаемся дальше. Я знаю, что вот эта модель любима очень и очень многими. Сумка мягкого силуэта, напоминает немножечко формой то ли полумесяц, то ли такой большой банан. У нее сжатая ручка, и эта сумка, кстати, очень вместительная, несмотря на свою достаточно аккуратную форму. Итак, эта модель закрывается на молнию. Внутри у нее единое отделение. И на задней стенке есть карман, он также на молнии. Это единственный карман в модели. С внешней стороны сумка абсолютно гладкая. Ни спереди, ни сзади карманов нет. Итак, сжатая ручка в комплекте позволяет нам носить сумку в руке, надевать на сгиб локтя и также на плече. Смотрится вот так. И в комплекте также есть более длинный ремень, поэтому сумку можно носить еще и кроссбоди или на плече, например, в длинном варианте, потому что ремень по длине регулируется и можно выставить оптимальную. Я выбрала сейчас ярко-голубой в свой образ, но самые внимательные обратят внимание, что есть еще вот такая красно-оранжевая. Тоже смотрится очень красиво, в летний гардероб и не только. Переходим к следующей. Тоже зернистая кожа, на этот раз белый цвет. Сумка достаточно мягкой формы, обратите внимание, какая она пластичная, в руках ощущается очень приятно. У нее также золотая фурнитура, и это такая летняя изюминка этой сумки. Итак, открываем клапан, и здесь магнитный замок. Внутри у сумки дополнительно есть молния, здесь единое отделение, и на задней стенке вот такой карман, он закрывается на молнию. В этой модели карманов больше нет, спереди сумка выглядит вот так, а сзади просто гладкая. Конечно же, как у приличного классического багета, у этой сумки есть разные ремни. Один, например, более короткий. Носим ее в руке на сгибе локтя и можем надеть на плечо. Так багет окажется у нас ровно под мышкой, то, что нужно. А еще в комплекте есть сменный ремень. Он регулируется по длине, поэтому носим сумку и кроссбоди, и на плече в длинном варианте. Так тоже можно, багеты так носят. Эта сумка доступна только в белом цвете. Такой летний эксклюзив. Продолжаем двигаться по нашему стенду с 15% скидкой. И следующая модель у нас очень классическая. Подойдет и на лето, и не только. Вот такая сумка-седло. Давайте откроем клапан. Здесь магнитный замок. И внутри дополнительной молнии нет. Единое отделение. На задней стенке вот такой карман. Он на молнии. С внешней стороны у этой модели нет карманов, спереди она выглядит вот так, а сзади вот так, просто гладкая. В
комплекте у нее два сменных ремня. Я взяла сейчас тот, что покороче. Вот он выглядит вот так. Носим сумку в руке. Тоже хорошо смотрится на сгибе локтя. И надеваем на плечо. Здесь, кстати, есть достаточно неплохой запас. Можно надевать на вещи со спущенным рукавом. Ну и кроссбоди тоже, конечно, очень удобно. Поэтому у этой сумки есть сменный ремень. Он регулируется по длине. Длину можно выставить оптимальную. И в отличие от предыдущей модели, у этой сумки есть абсолютно разные цвета. Можно выбрать более темный серый, а можно более светлый. Также есть молочный. И вот здесь у меня пудровый. Кстати, если вы зайдете на сайт, то вы найдете еще больше цветов этой модели и точно сможете выбрать что-то по своему вкусу. Обратите внимание, что сумки есть как с фурнитурой в цвете темное серебро, так и с фурнитурой в золотом цвете. Можно продумать образ даже до таких мелочей. Я думаю, вот эту модель ждали на распродаже очень и очень многие. Металлик тренд этого года, такая сумка в стиле гранж. Да, это натуральная кожа, на которую нанесено специальное металлизированное покрытие. Поэтому не переживайте, кожзама у нас нет. Открываем сумку, здесь молния и внутри единое отделение. На задней стенке есть карман, он закрывается на молнию, выглядит вот таким образом. И с внешней стороны есть еще один карман, это не обманка. Он действительно открывается, и сюда можно положить какие-то мелочи. Кстати, даже ключи поместятся. С обратной стороны у этой модели карманов нет. Вот эта ручка сначала кажется несъемной, но обратите внимание, здесь есть специальная фурнитура, благодаря которой длину ручки можно регулировать, а также полностью снять сумку. Красиво она смотрится в руке, на сгибе локтя и также на плече. Самое настоящее украшение образа. Ну и, конечно же, мы не забываем про формат кроссбоди. В комплекте есть сменный ремень, который можно прикрепить, здесь есть специальная фурнитура, и по длине он тоже регулируется, поэтому длину выставим оптимальную, наденем кроссбоди или на плечо в длинном варианте. Как я уже сказала, наш короткий ремень в этом случае можно снять. И эта модель у нас осталась только в зеленом цвете, поэтому успевайте. Итак, мы с вами двигаемся дальше, и на очереди у меня пара вот таких малышек в стиле Шанель. Можно выбрать себе яркий цвет и отправиться, например, в отпуск. Все равно они у нас еще на носу. Будь то лето или осень. Осенью отдыхать, мне кажется, даже приятнее. С такой сумкой, еще и со скидкой, тем более. И вот такая сумка в пудровом цвете. Это самая настоящая классика. Скоро начнется театральный сезон, выходы в свет. Поэтому я думаю, что такая сумка вам точно пригодится. Итак, эта модель закрывается на молнию. Внутри у нее единое отделение и есть вот такой карман. Он выполнен из натуральной кожи, совсем небольшой, открытого типа, буквально для карточки, чтобы она не потерялась в сумке. С внешней стороны здесь красивая стежка и никаких карманов нет. Как же мы ее носим? Конечно, в первую очередь как клатч. Смотрится она очень нарядно, можно носить и в руке, и вот так вот под мышкой. Я думаю, что в любом случае она привлечет к себе внимание. Ну а теперь о более удобных способах. В комплекте, конечно же, есть цепочка, поэтому можно носить сумку еще и кроссбоди или, например, надеть на плечо. Цепочка по длине не регулируется, но на самом деле она оптимальная. И следующая модель вот эта. Обратите внимание, очень похожа на предыдущую пудровую, но все-таки покрупнее, для тех, кто любит более вместительные сумки. Итак, открываем молнию. У этой модели единое отделение. Выглядит оно вот так. Тканевая подкладка бежевого цвета и есть один карман. Он открытого типа. Сюда можно положить какие-то необходимые мелочи, чтобы не потерялись в сумке. И с внешней стороны у этой модели карманов нет, здесь только красивая стежка. Конечно же, носим также в качестве клатча, она сидит в руке еще удобнее. И так в образе смотрится отлично. Ну а если руки необходимо освободить, то всегда можно воспользоваться цепочкой, которая также идет в комплекте. Здесь есть специальное крепление, поэтому при желании цепочку можно заменить, например, на текстильный ремень и создать такой дерзкий и немного бунтарский образ. Следующая модель подойдет тем, кто ходит в магазин на распродажу, особенно со списками, и рассматривает себе базовую сумку в гардероб. Мне кажется, что эта сумка идеальный претендент на место в вашей осенней капсуле. Кстати, цветов тоже достаточно много, можно подобрать себе и летние варианты, и вот такие более универсальные. Давайте посмотрим, что внутри. Основное отделение в этой модели на молнии. Открываем, оно единое. На задней стенке есть небольшой карман,
Он на молнии. И на стенке напротив, спереди, два накладных кармана, они открытого типа. Можно положить телефон или какие-то другие мелочи. И с внешней стороны, сзади, еще один карман на молнии, карман быстрого доступа. Конечно же, носим сумку за вот эти короткие ручки. В руке она смотрится очень красиво. Можно надеть ее на сгиб локтя. Или вот так, при помощи длинного ремня, который идет в комплекте, он снимается при необходимости и регулируется по длине. Обратите на это внимание. Можно носить сумку либо на плече, либо в формате кроссбоди, кому как больше нравится. Итак, в руке у меня цвет тауп. Также в наличии есть молочный, светло-серый. Здесь сумка белого цвета. Обратите внимание, лето еще не закончилось. И также осталась еще вот такая мятная модель. И у нас на очереди финальная сумка с этого стенда. Если честно, мне особенно нравится, что на нашей распродаже можно купить не только сугубо летние сумки, но и сумки, которые мы покупаем сейчас по выгодной цене, с хорошей скидкой, носим летом и затем забираем в осенний и зимний гардероб. Это такая своего рода инвестиция. Очень-очень приятно. Эта сумка закрывается на молнию. Открываем. Здесь единое отделение. Посмотрите, какая она вместительная, несмотря на свой такой небольшой размер. И на задней стенке есть карман на молнии для чего-то необходимого, что не хотелось бы потерять в сумке. С внешней стороны у этой модели нет карманов. Ни спереди, ни сзади. Выглядит она вот так. У меня в руке вот такая модель из зернистой кожи. У нее плетеная ручка. Самый главный акцент этой сумки. И, конечно же, за эту ручку мы носим сумку в руке. Можем надеть на сгиб локтя. И также очень красиво смотрится эта сумка на плече. У этой сумки такой немного пограничный формат. Мне кажется, это самый большой размер, который можно надеть как кроссбоди. А так носим, конечно же, эту сумку на плече, потому что в комплекте есть сменный ремень. Смотрится она вот так. Ремень мы добавили. Но обратите внимание, что ручка в виде косы не снимается, а здесь становится просто украшением сумки. Кстати, сменный ремень при необходимости регулируется по длине, поэтому носим сумку с абсолютно разной верхней одеждой. У меня настроение еще слегка летнее, поэтому я выбрала вот такую сумку голубого цвета, которая напоминает нам безоблачное небо. А кто уже более практичный и смотрит в сторону осени, обратите свое внимание вот на такую модель. В рыжем цвете, мне кажется, она очень хороша. Ну что ж, друзья, наш первый стенд со скидками подходит к концу. Я хочу обратить ваше внимание, что акция с бесплатной доставкой при помощи Почты России по России на сумки с распродажи не распространяется. Но это не мешает вам приобрести сумку по полной стоимости, добавить к ней какую-то очень выгодную модель и все-таки воспользоваться этой акцией. А так у нас на сумки со скидками доставка платная. Но доставляем мы различными способами. Это и транспортные компании, и Почта России. А чтобы увидеть все модели с распродажи, не дожидаясь следующих роликов, заходите к нам на сайт. Там доступен отдельный раздел, и все очень удобно. Кстати, все сумки из этого видео вы можете заказать либо у нас на сайте, либо связавшись с менеджером. Он поможет вам оформить заказ. Ну что ж, на этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующего видео со следующим стендом, где будут скидки уже 20%. До встречи!